Чуваки, добро пожаловать в Rocket League. Ребята, 9-й сезон у нас в лайве. Наконец-то, никто не ждал, но 9-й сезон уже у нас в деле. Я немножечко поиграл, немножко прокалибрировался, и я прокачал где-то на голду. У меня награды только за голду, потому что я не особо вообще стремился, и мне было как-то наплевать, поэтому у меня награда только за голду. Ну что ж, будем проходить калибровку, посмотрим, что у нас представляет новый ранкет, что же там нового. Спойлер, ничего. Но все равно поехали играть в соло. Я все равно, в принципе, подбирает под ММР мой соперников, поэтому не будут особо у меня нубасы против меня играть. Будут, в принципе, такие же по скиллу парни, как и я. А может быть и нет. Ну, ладно, может быть, ему просто не повезло. Это я начал уже выебываться. Все, началось вот это вот. Джуни, заткнись. Сейчас проебешь, и потом будешь плакать. А-а-а, блядь, выебали за лагов. Да нихуя. Так. Оп. Ну, близко было, близко. Согласитесь, это было очень близко. Так. Не смог очень сильно завернуть. Если бы завернул, то тогда уже бы ворота это все залетело бы. Добро. Так, пусть тогда парень выбит. Я не хочу ехать, не хочу агрессировать. Пусть он даст удар, и от этого удара я уже сыграю. Пум. Даже могу его взорвать, но делать это особо не буду. Вот так, чуть-чуть потолку. Вау! Спас мяч. Неплохо, неплохо. Даже отлично, я вам скажу. Тихо, тихо, тихо. Сейчас разгон и... Пум! Нормально спасли мяч. Давай еще повторный удар. Ты не будешь делать повторный удар? Окей, тогда удар сделаю я. Нет, тут я отсюда уже полететь не смогу и рикошетом ударить по мячу, поэтому я делаю это... Ой-ой-ой, хорошо, что я его оттолкнул, потому что если бы я его не оттолкнул, тогда он уже к мячу спокойно полетел бы. Так, тихо. Оп. Выбили из рук у него. И все, мяч у нас. Так, теперь мне нужно просто нитро. И можно уже от этого... Стоп. Ах, была бы еще скорость. Но у меня нету просто скорости, посмотрите, у меня просто... Нет. Но даже не имея скорости, я умудрился как-то забить гол. Ну, ладно. Нам, наверное, везет. Нам скорее просто везет, потому что... Понятное дело, по скиллу я сейчас полный ноль. Максимальный ноль. Потому что я не играю в Rocket League. Поэтому мне тут, уже, наверное, либо на везение, либо на нескиллованность врага можно рассчитывать. Пока 3-0. На калибровке, я думаю, очень хорошо будет. Я откалибруюсь, если в таком темпе буду играть. Я, скорее всего, откалибруюсь, наверное, на Diamond 2. Да, скорее всего, где-то на Diamond 2. На платину 100% нет. Потому что у меня изначально была там, типа, Diamond 3, по-моему, да. Diamond 3 у меня было. Дивизион хороший был. А, это тупо было. Не-не-не, ладно, ребят, пошутил. Платина, все нормально, платина у меня будет. No worries, будет платина. Все хорошо, ребят. Будет у меня платина 1. Будете наконец-то школьники, которые в комментах думают, что ебать, они крутые. Они будут говорить, вот, наконец-то, все. Джонни, недостоин ты даймонда. У тебя там какие-то нубасы играют. Вот у меня на бронзе такие киберкотлеты играют. Просто парни не понимают, что... Им кажется, что против них играют киберкотлеты из-за их нескиллованности. Поэтому очень много... псевдо-кибератлетов в комментариях у меня появляются, которые говорят: да бля, я тебя один на один выбу, ты такой нуб, это пиздец, как так можно играть? Чуваки, давайте вспомним на секунду, как вы мне просто все хором писали: сыграй с Хантером, Хантер тебя выебет, он охуенно играет, он тебя выебет. Ну, итог вы, надеюсь, помните. То же самое, блядь, с типичными рандомами в комментах, которые думают, что... Ебать! Да я так играю, сука, как Рэмбо, этот флэкджике он не умеет! Хуй там. Хуй там. Слишком много верите, ребят, в себя. Слишком много верите в себя. Я бы не акцентировал внимание, ребят, но это typical community Rocket League. Тут ничего не поделаешь. Это одно из самых уебищных комьюнити. Тут ничего с этим не поделаешь. Я не говорю про своих зрителей, ни в коем случае. Я говорю про комьюнити игроков, которым в рекомендация вылезла... В этот ролик мой вылез, и они решили посрать в нем.
Ничего, ребят, я типа снимаю Rocket League чисто, я серьезно вам говорю. Я сейчас мог заняться более важными делами, мог более интересными делами. Я мог сейчас сесть и записать тот же Fortnite, который я очень хочу сейчас поиграть после Rocket League. Но я сел и как минимум записываю Rocket League, потому что, ну, блядь, это как-никак уважение к тем чувакам, которые ждут. Ждут и хотят Rocket League. Это как минимум уважение к ним. Намного... Мне профитнее будет. Намного лучше, если я запишу Fortnite. Вы сами прекрасно это знаете. Можете открыть мой любой ролик по Fortnite и сравнить с роликом по Rocket League. Активность на Fortnite намного больше. Но у меня все равно есть, типа, дань такое уважение к чувакам, которые в любом случае начали смотреть мой канал чисто из-за Rocket League. Ставили лайки. И, типа, максимально продвигали, грубо говоря, потому что любая активность на ролике — это продвижение ролика, это помощь ютуберу, как... Ну, короче, вы поняли. Просто это, грубо говоря, не медийная поддержка, а помощь в продвижении. И в свое время по Rocket League вы очень хорошо меня продвинули, за что я вам огромнейшее спасибо. И по сей день даже мне, если не особо это интересная игра, я все равно, типа... изредка, но захожу все равно и играю в нее. Я не забрасываю ее полностью. Я бы это сделал уже давно, серьезно. Но такая, знаете, общение. То есть это не признание никакое, а просто объяснение, почему я снимаю до сих пор Rocket League. Лол. Есть намного более интересные игры чисто для меня, которые можно также поснимать. Но Rocket League такая, все же в сердце у меня вот такая сидит немного. Ладно, тем временем, пока мы пиздим, пока мы тут это... Вот это вот нежностями размениваемся, чел уже меня 4-4 начинает ебать. Воу-воу-воу. Мне кажется, что-то как-то под конец начал уже играть более такое, знаете, сконцентрировано. Поэтому его нужно на каком-то... Ну что это сейчас? Это дудос, блядь? Она как думала, сука, он сейчас прям выиграет, блядь, за дудосю его. Все нормально. Check this out, это никакие не отмазки, типа, что вот, блядь, там я пронубил. Вы сами видите, у меня какая-то херня творится с Rocket League. И только, пожалуйста, давай без пятого гола, братан. Хоп, все, отлично. Может быть, даже отсюда забью? Не, отсюда не забью. Бум. Окей, 5-4. Отлично, это наша одна из побед. Я, по-моему, из вот этой вот калибровочной игры, я, ну, не из... И не из одной, а из всех калибровочных игр, которые я уже сыграл. Я, по-моему, только одну проебал. Ну, я не особо реально, вот я не стремлюсь. Но было бы неплохо, если бы апнул Diamond 3 и все, и на этом проехали. Окей, не будем заканчивать на одной катке, мы отправляемся сразу на вторую. Вы знаете, я вот такой сидел пока на загрузке, и такой все же подумал, и захотелось у меня спросить это лично у вас, чуваки. Вот я уверен, что у меня есть очень много в комментариях чуваков, которые играют в Rocket League уже достаточно давно. Но есть, которые и по сей день играют, там, знаете, с первого сезона, там, со второго, не суть. Главное одно, я хочу спросить у вас. Что вас держит в Rocket League по сей день? Мне просто интересно реально почитать комментарии каждого. Почему, допустим, вас лично Rocket League до сих пор цепляет? Потому что, ну да, тут можно даже логически посудить. Я играю практически соло. Соло — это, ну, грубо говоря, однообразный геймплей. В дуос намного... Даблс, дуос. Вы, короче, поняли в любом случае. Там более разнообразный геймплей и там намного интереснее. Но, блин, понимаете, что... Я не люблю компетитив игры один и более. То есть я не люблю играть с кем-то в команде. Это потенциальный токс, это потенциальное горение, это вот потенциальное все вот такое. Я это максимально не хочу. Вот серьезно, мне в любом случае доставляет кайф играть одному. Мне так более приятно, мне так больше нравится. Я так лучше отыгрываю, потому что я надеюсь чисто на себя. В даблс, по крайней мере, даже еще и комьюнити Rocket League совмещаем это все вместе, получается адская смесь. Не спорю, есть много хороших игроков, да и, в принципе, большинство играет со своими друзьями, но... Просто. Если вы играете в соло, по большей части играете в соло, то что вас держит в Rocket League до сих пор? Я хочу узнать это из комментариев, поэтому я решил это у вас спросить. Я, типа, не знаю, мне все равно, знаете, чисто по кайфу я могу зайти пару каток поиграть. Без спору, так, знаете, там, одну-две катки, все.
просто на этом предел. Но я как контент-мейкер в любом случае по Rocket League изживаюсь, потому что тут нету контента, который можно снимать. Я не думаю, что катки это супер, типа, контент. Не нужно говорить, что типа челленджи там и тому подобное, это контент. Ребят, это высасывание из пальца, просто, грубо говоря, придумывание контента на ходу. Зачем это делать, когда игра сама не дает контента, который, типа, разнообразивает геймплей? Я понимаю, это футбол, тут невозможно что-то разнообразить, но просто, я не знаю. Эта игра, мне кажется, очень, ну, не очень быстро. Это все индивидуально, но надоедает достаточно хорошо. И не знаю, из нее ничего нового особо ты уже не вытянешь. Никаких-то новых эмоций, никаких-то что-то еще. Поэтому я хз. Но этот парень хорошо играет, поэтому тут нужно более сосредоточенно сыграть. Да и у меня пинг, блядь, посмотрите, какой-то ебанутый. Очень ебанутый. Я не знаю, что у меня с пингом, скорее всего, это сервер. Какой сервер? ЕУ. Странно. Ну, я в любом случае зарепорчу сервер, потому что с таким пингом играть это немножко сложно. В принципе, возможно, но сложно. Потому что иногда бывает там, знаете, нитро там с какой-то задержкой подберется, что-то еще мяч пролагает. Поэтому, сука, сервер репорт получаю, блядь, за лаги свои. Ну, челика так. Но у него лучший пинг в любом случае, я там по 60 у него видел. У него все равно небольшое преимущество есть. Вот, видите, у него зелененькая в любом случае. А я так и так... Бармалей так немножко. Смотрите, зарепортил А, нет. Сука, это я просто зарепортил, и там, знаете, пинг 128 было, и я думал, сейчас он еще меньше будет. Но нет. Не так уж это и сработало. Ладно. Сейчас мы... Вот сейчас это гол. Это гол. Нет? Нет, это не гол. Я, в принципе, просто не хотел лететь. Мне так лень было лететь и защищать этот мяч. Я просто надеялся, ну гол так гол пусть будет. У меня в любом случае преимущество. А если штанга, то, блин, не зря не поднимал свою жопу. Он забил, окей. Вау. Это, кстати, это из этого. Скажи, я скажу. Rocket Pass, во, это же из Rocket Pass, да? Я же ничего не путаю. Кстати, по-моему, это из Rocket Pass покрашенное. Да, or no. Я не помню уже. Ну, я не знаю, я не профессионал в этом. Rocket Pass, кстати, у меня, ну, вы уже, наверное, видели, 5 уровня я, ну, опять же, сука, Джонни каждый ролик по Rocket League говорит, все, появилась мотивация играть в Rocket League. Да нихуя, ребят, это, знаете, так чисто первые впечатления, а потом уже понимаешь, что нет, что-то погорячился немного. После, там, четвертой катки уже понимаешь, что нет, нет, это все же не то. Это не цепляет как-то. Не знаю, мне, скорее всего, надо, по крайней мере, сейчас откалиброваться в соло. Я думаю, что на какой-то момент забить на соло игру и пойти в дуз, по крайней мере, просто поиграть. Ну, не для себя, а хотя бы для контента, потому что я не хочу играть в Rocket League для себя. Вот прям так зайти. Я могу, конечно, это сделать, если мне будет супер лень, супер скучно. Я зайду в Rocket League, поиграю две катки и выйду. Контент будет интереснее по Doubles, в принципе, я и когда и снимал это было. Если судить по роликам, это было недавно, пару роликов назад. А если судить по времени, да, это было достаточно давно. Но я не прочь от Doubles, это хороший экспириенс, хорошие ощущения. Даже в некоторой стороне приятные. Особенно, когда у тебя напарник пиздатый, нетоксичный и... Ну, хорошо играет. То есть, знаете, не нуб. Играет хорошо, и с ним приятно играть. И ты понимаешь, что эта победа была очень классная. Ты испытываешь вот эти пиздатые эмоции. Вот это, типа, один из главных плюсов игры вдвоем в даблс. Это сложнее, это интереснее. Ну и в то же время ты понимаешь, что это потенциальный минус нервы. Серьезно, ты проиграешь? По крайней мере, ты вот будешь, допустим, проигрывать. Еще если чел-долбоеб токсично попадется, ну, вроде меня, то там вообще гг. То есть ты еще и проебал, у тебя еще и чел токсичный тебя настроение испортил, и там просто понимаешь, такой, блядь, нет, все, в даблс не пойду больше. Тихо. Хоп. Ну все, тут уже победа чисто моя. GG, понятное дело, вижу только я, потому что... Ах... Я и в соло горел, когда просто, знаете, ты играешь хорошо, играешь отлично там, но чел пишет, да ты лакер, ты не умеешь играть, ты просто рак. И вот я лучше тебя играю, понимаете, чел такой, который проигрывает там 0-8.
Все равно такое умудряется писать. И вот такая классная кнопка Team Only. Просто убивать таких токсичных мудаков. Так, я открываю Laser Wave, я открываю Ball Chaser. Кстати, я бы поставил, но пусть у меня ютубер стоит от альфа-консоли. И пум! На этом, в принципе, все. Две победы в калибровочной мы получаем. Это очень классно, но это всего лишь калибровочный. Когда я думаю, откалибруюсь, я уже не буду так нормально выигрывать. Поэтому я думаю, что на этом стоит завершать. Ребята, следующий ролик по Rocket League будет не скоро. Я сразу вам предупреждаю, чтобы вы типа особо не супер ждали. Давайте передохнем. Я передохну тоже. Но... Ребята, Хантер вернулся. Поздравьте пацана. Вернулся на YouTube. Посмотрите у него Rocket League. Я думаю, что он, в принципе, будет ее сейчас записывать. От меня вы лучше отдохните. Спасибо, ребята, огромнейшее за просмотр этого ролика. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlakGK. Всем удачи. Всем пока.